Если 20 лет назад обычный смартфон казался чем-то фантастическим, то современными гаджетами редко кого можно удивить. Мир вокруг стал не только электронным, но и умеющим думать за нас. Технологические новинки обрушиваются на рынок со скоростью снежной лавины. А изобретательные умы каждый день бьются за своего потребителя. Тем не менее, мы по-прежнему не знаем о существовании многих современных девайсов и гаджетов. Именно о них мы и расскажем вам в этом выпуске. Не переключайтесь, будет интересно. Компания CESeed на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе показала новый телевизор люкс-класса N1. Модель поразила всех своим ценником, который достигает 300 тысяч долларов США. Эти телевизоры получили экраны микро-LED и исполнение в форм-факторе гармошки. В неактивном состоянии они скрываются в небольшой тумбе, которая прячется в полу. Сама технология микро-LED подразумевает использование массива крошечных светодиодов, которые позволяют улучшить яркость и контрастность. Также они дают возможность создавать единый экран из нескольких. Американская фирма Spacruzzi начала продавать странные лодки для полного релакса, в которых сочетаются, казалось бы, несовместимые вещи – джакузи и камин. Судно приводится в движение электромотором и рассчитано на 4 человек. Есть столик для еды и напитков, контейнеры для вещей и система фильтрации воды. Если станет прохладно или захочется уюта, можно затопить газовый камин и любоваться огнем. Покупатели могут выбрать цвета корпуса и палубы, а также материалы отделки. Но удовольствие очень недешевое. За Spacruzzi создатели просят 50 тысяч долларов. В Финляндии автономный робот Tromby Free начал подметать тротуары и велодорожки. Его особенности и отличия от других роботов заключаются в том, что он бесшумный, маленький и не выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Робот должен стать эталоном для крупных городов мира, так как он может показать, чего действительно можно достичь с помощью автоматизации в городской среде. SenseGlove, разработчик перчаток для восприятия цифровых объектов, начал глобальные поставки перчаток Nova 2. По словам компании, это первая и единственная на рынке пара беспроводных перчаток с отдачей на ладони. Гаджет сочетает три основные технологии – активную контактную обратную связь для восприятия ударов и захватов, силовую обратную связь для размера и твердости виртуальных объектов и вибротактильную обратную связь для касаний и текстур. Если вы хотите посмотреть фильм, поиграть в игру или поработать, очки TCL Next Wear G позволяют вам сделать буквально у вас на глазах. Эти очки с двойными микро-OLED-панелями от Sony с разрешением Full HD каждая и поддержкой 3D 4K контента имитируют 140-дюймовый широкоформатный дисплей с разрешением 47 пикселей на градус. В умных очках Next Wear G также есть встроенные динамики для полного погружения в происходящее на экране. EFI Security Smart Drop – это умный ящик для посылок с интеллектуальными функциями для входной двери. Он оснащен встроенной камерой и передовой технологией искусственного интеллекта, упрощающей получение посылок. EFI использует искусственный интеллект для распознавания лиц и движений, а также для записи. Он также совместим с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Благодаря голосовым подсказкам, световым подсказкам и наклейкам с инструкциями, курьеры могут легко использовать Smart Drop Box для доставки посылок. Пангалин – это роботизированное платье, которое переводит эмоции в разные формы и цвета. Если вы меняете настроение, вы меняете одежду. Вы чувствуете себя спокойно? Одежда светится медленным, успокаивающим фиолетовым светом. Стресс? Огни мигают. Интересный эксперимент с интерфейсом мозга – результат сотрудничества Института интегральных схем Университета Иоганна Кеплера в Линце и нейротехнологической компании G-Tech. Новое поколение огнетушителей компании Ampla под названием Hasse, Chuck и Shield совсем не похоже на привычные устройства для тушения пожара.
Хассе Чак имеет форму рулевого колеса. Второй же напоминает щит. Такой дизайн, по мнению создателей новинок, позволяет не только отлично вписать их в любой интерьер, но и позволит пользователю легче справиться с тушением огня. В устройстве используется 4 кг порошкового вещества высокого качества, с помощью которого можно потушить пожар такой же площади, что и обычным 6-килограммовым огнетушителем. Для большего удобства изделие дополнено фонариком и звуковой сигнализацией. Доска Speed Chess, разработанная японской командой Team Dan Kisson. При прикосновении к фигуре игра сама показывает возможные ходы, используя световые индикаторы. Кроме того, на ней отображается счет и динамика матча. Инженеры и дизайнеры из Токийского университета создали роборюкзак JIZAI Arms, к которому можно подключить до 6 управляемых конечностей. Девайс крепится к торсу с помощью нескольких ремней, а кисти сделали заменяемыми. На выбор руки человеческого типа или захваты, как у доктора осьминога. Весит рюкзак немало – 4 килограмма. Причем это без роборук. С ними получается уже 14 килограмм. Движение контролируется дистанционно через специальную установку, представляющую собой уменьшенную копию самого устройства. Вполне возможно, что в будущем по мере развития нейроинтерфейсов получится реализовать управление силой мысли. Тогда шевелить робота руками можно будет как своими. Лазерный гравер Cubio работает при помощи беспроводного подключения к смартфону, на который необходимо установить специальное приложение Cubio App. Для начала в приложении необходимо выбрать картинку или G-код, либо написать что-то самостоятельно. После этого нужно поместить предмет, на котором будет осуществляться гравировка, перед Cubio. Далее внести необходимые коррективы и в заключение просто нажать «Старт» и любоваться выполненной гравировкой. Cubio состоит из полупроводникового лазерного генератора и двух зеркал, преломляющих луч по осям X и Y. Центральный процессор переводит эскизы пользователя в цифровые команды, чтобы частично отклонять зеркала. Затем сфокусированное лазерное пятно проектируется на выбранную поверхность по смоделированной траектории. Компания Stanley Robotics представила свою реализацию автоматизированной парковки в Лионском аэропорту. Робот Stan подъезжает под автомобиль и фиксирует его колеса с помощью выдвижных упоров. После этого он самостоятельно увозит транспортное средство на его место на парковке. Причем оно выбирается с учетом обратного рейса. EcoFlow Blade – это инновационная газонокосилка, которая обладает высокой производительностью и мощностью. Она оснащена литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает до 40 минут бесперебойной работы. Это значит, что вы сможете быстро и легко скосить газон без необходимости замены аккумулятора. Газонокосилка EcoFlow Blade имеет уникальный дизайн, который позволяет легко маневрировать и скосить труднодоступные участки газона. Кроме того, она оснащена специальной функцией, которая позволяет ей легко скосить высокую траву и рыхлую почву. Представлен новый надувной моторизованный GoBot для рыбалки и не только. Сообщается, что GoBot 2.0 демонстрирует чрезвычайную устойчивость и жесткость. Это заслуга новой запатентованной композитной конструкции AirCore с тремя отдельными воздушными камерами. Круглая форма также повышает уровень безопасности, позволяя легко управлять лодкой и максимально эффективно маневрировать в случае встречи с каким-либо препятствием. Взрослая версия GoBot 2.0 имеет диаметр 177 см и стоит от $1076. Внешний накопитель VAVA SSD Touch снабжен встроенным датчиком отпечатков пальцев. Теперь для открытия зашифрованных данных вам не придется набирать на клавиатуре свой суперстойкий пароль, который вы придумывали несколько часов. Достаточно просто приложить палец. Для шифрования данных используется алгоритм AES-256. Можно записать до 10 отпечатков. Удобно при совместном использовании.
доступны модели объемом в 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения записи составляет 540-480 МБ в секунду, что примерно в 5 раз быстрее обычного жесткого диска. Инженеры из Массачусетского технологического института разработали экспериментальную систему дополненной реальности XAR, совмещающую в себе компьютерное зрение и беспроводное восприятие, чтобы помогать находить запрашиваемые предметы, даже если они скрыты от глаз. В частности, устройство может идентифицировать объекты, спрятанные внутри коробки или лежащие под грудой других вещей. В процессе движения по помещению XAR выполняет измерения с разных точек, а затем объединяет эти данные. Тестирование устройства в складском помещении показало, что XAR локализует скрытые предметы с точностью до 9,8 см. При этом испытуемые мгновенно находили и брали нужный предмет в 98,9% случаев. Американский стартап Хуупе начал принимать предзаказы на умное баскетбольное кольцо. Гаджет представляет собой мультимедийный щит со встроенным экраном, систему обучения и анализа игры и режим удаленной игры с другими владельцами такого же кольца. Умное кольцо оснащено защищенным от непогоды и ударов корпусом, в котором разместился экран с высоким разрешением. Также в гаджет встроена камера, отслеживающая позицию игрока на поле. Устройство может выходить в сеть с помощью встроенного модуля Wi-Fi, а управление осуществляется через фирменное мобильное приложение. HaptX представила перчатки осязательных эффектов Gloves G1 для виртуальной реальности. Стоимость HaptX Gloves G1 сложно назвать низкой, но нужно отметить, что перчатки ориентированы не на рядовых пользователей, а на корпоративный сектор. В комплект входит блок AirPack. Он выглядит как рюкзак и носится так же. При желании его можно установить рядом с пользователем, но только если активность в виртуальном мире не предполагает много перемещений. Valve Index – это высококачественная гарнитура виртуальной реальности, разработанная компанией Valve. Она предлагает отличное качество изображения, удобство использования и широкий функционал для любителей VR. Основными особенностями Valve Index являются широкий угол обзора, встроенные динамики с высоким качеством звука, которые не касаются ушей, что повышает комфорт и реалистичность звуковых эффектов, отслеживание движения пальцев, что повышает уровень взаимодействия с виртуальной средой. Valve Index считается одной из лучших VR-гарнитур на рынке, особенно для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкий функционал. Хотите наглядно показать, как работают электрические разряды, пользуясь телефоном, и воспроизводить любимую музыку, быстро генерируемую шумом электрических разрядов? На вечеринках уже нет ничего особенного, поэтому хотите добавить новизны? С таким дополнением, как музыкальная катушка Tesla, можно легко провести эксперимент по физике и сделать вечеринку особенной. В начале года вместе с флагманом Galaxy S24 Samsung анонсировала свое первое умное кольцо, которое измеряет жизненную силу своего владельца. Девайс поступит в продажу до конца 2024 года. В целом Samsung Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо и будет доступно в нескольких размерах и расцветках. Его главное предназначение – отслеживание здоровья и жизненных показателей владельца. Устройство сможет фиксировать пульс, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна, а также оценивать физическую и психологическую готовность к предстоящему дню. Чистка зубов некоторым людям кажется мучительным и неинтересным занятием. На них и направлено данное изобретение. Всего 10 секунд, и зубы будут идеально чистыми. Для работы щетки нужно ее прикусить и покрутить ручку. Больше никаких действий не нужно. Всего за месяц в разработку инвесторы вложили 3 200 000 евро. Стартап Ama Brush, ворвавшись на рынок и сорвав приличный куш, так и не смог на нем закрепиться и вскоре объявил о своем закрытии. Лидер отрасли в области технологий и инноваций, Vaultec никогда не перестает удивлять. И их Smart Nano K не является исключением.
NanoKey как часть технологии дистанционного ключа VaultTec обеспечивает мгновенный доступ к вашему сейфу, позволяя при этом быстро извлечь огнестрельное оружие, если возникнет такая необходимость. Небольшой размер позволяет спрятать его в любом месте, что делает его пригодным для использования в качестве тревожной кнопки. Биометрический сканер в NanoKey обеспечивает дополнительный уровень безопасности, не ограничивая при этом быстрый доступ к вашему сейфу. Monogram Creative Console – это элегантная творческая консоль, представляет собой модульную поверхность, предназначенную по сути для оптимизации рабочего процесса редактирования. Вы можете комбинировать различные модули и настраивать все по своему вкусу. Modular Creative Console изначально интегрирована с самыми популярными на сегодняшний день инструментами для творчества. Это недешево, так что имейте это в виду. В настоящее время она поддерживает только Premiere Pro и Final Cut X, но, по-видимому, обновление для DaVinci Resolve в разработке. Колонка Медуза не только отлично звучит, но и имеет стильный, лаконичный дизайн, который станет украшением любого интерьера. Плавные щупальца Медузы внутри колонки завораживают взгляд и являются релаксирующим элементом. Открытие различных емкостей и банок может стать настоящей проблемой для любой хозяйки, так как данная процедура требует значительных физических усилий. Если вы испытываете трудности с открытием банок из-за недостаточно сильных рук или по любой другой причине, то эта открывалка создана специально для вас. One Wheel GT – скейт, благодаря которому прогулки получат абсолютно новый формат. Заряда аккумулятора хватает на целых 52 км дороги. Мотор способен разогнаться до фантастических 32 км в час. 6 режимов езды, уникальная технология торможения, батарея HyperCharger, позволяющая зарядить девайс всего за 1.5 часа. Совместимость с Android и iOS. 2 варианта шин для разных погодных условий. Этот список можно продолжать долго. Не лучше ли один раз попробовать? Стартап из Портленда, США, представил настольного робота-помощника Луи. Он выполняет функцию ассистента, подставки и зарядки для телефона. У Луи нет головы. Вместо нее пользователю предлагается прикрепить свой смартфон с помощью магнитов MagSafe. Телефон будет выступать в роли экрана, глаз, камер, микрофона и динамиков робота. Еще одна фишка Луи – встроенный чат-бот ChatGPT, благодаря которому человек может общаться с ассистентом. Так с роботом можно играть, использовать как трекер лица во время видеозвонков, использовать как часы или календарь, использовать как домашнюю веб-камеру. Первый на рынке оружейный сейф, который легко поместится в прикроватную тумбочку. Сейф Safe Night Guard открывается с помощью технологии радиочастотной идентификации. Идущие в комплекте AirFit ключи могут быть также настроены на другие сейфы линейки Rapid. На передней панели из закаленного стекла элегантно размещены считыватель AirFit, дисплей часов и клавиатура с кодом доступа. Ящик с пружинным механизмом открывается бесшумно. Два USB-A порта позволяют поставить телефоны в другую мелкую электронику на зарядку. Компания Piaggio представила автономного робота-носильщика, который может следовать за владельцем и ориентироваться в пространстве. Новинка, получившая название Gita, представляет собой круглого двухколесного грузового робота высотой 66 см. В его верхней части находится дверца, открывающая специальный отсек, куда складываются вещи. Gita может перевозить до 18 кг веса, постоянно следуя за владельцем на скорости до 35 км в час, что позволит ему не отставать даже от велосипедиста. Первый на рынке светодиодный фонарь с белым лазером. Только представьте, им можно осветить предмет на расстоянии более 3 км. Противоударный и водонепроницаемый, с мощной батареей внутри. Такой фонарь просто незаменим в хозяйстве, турпоходе, рыбалке и многом другом. Противомоскитный прибор Thermuscle MR450 Repeller работает по принципу фумигации.
В воздух испаряется репеллент, который отпугивает комаров на площади до 20 квадратных метров. Прибор не зависит от электрической розетки. Его можно брать на охоту, рыбалку, дачу, кемпинг, пикник на природе. Во время работы он не выделяет запаха, что очень важно, например, на охоте и рыбалке. Кстати, для детей термосел безвреден, так же, как и для аллергиков. Когда вы находитесь вне зоны покрытия сотовой сети, прочный компактный спутниковый коммуникатор InReach Messenger преодолевает ограничения мобильных сетей, позволяя вам поддерживать связь с друзьями и семьей посредством глобального двустороннего обмена текстовыми сообщениями. Общайтесь с важными людьми, даже если мобильная связь отсутствует. Нужна экстренная помощь? Отправьте интерактивный сигнал SOS. Для оптимизации обмена сообщениями InReach Messenger использует мобильную сеть вашего смартфона, когда она доступна, а затем плавно переключается на 100% глобальную спутниковую сеть Iridium, когда вы покидаете зону доступного мобильного покрытия. Умный дверной замок Yale Luna Pro Plus позволяет открывать дверь различными способами. Вы можете воспользоваться возможностью доступа с помощью распознавания лица, сканирования отпечатков пальцев, персонализированного пин-кода, карты CPU или просто через приложение Yale Home. Natom NLR502 – это универсальное устройство, которое обеспечит быстрое охлаждение напитков до 10 градусов Цельсия и позволит подогреть чашечку кофе или чая до 55 градусов. Устройство оборудовано защитой от перегрева и автоматическим отключением через 24 часа без нажатия каких-либо кнопок. Еще одной особенностью этого устройства является поддержка беспроводной зарядки. SkyRusher представил электрический сноуборд Ripple, который способен двигаться как по пересеченной местности, так и по равнинной. Сноуборд с деревянным сердечником в комплекте с креплениями выдает мощность двигателя 3000 Вт при движении по заснеженным ландшафтам на скорости более 48 км в час. SkyRusher Ripple имеет длину 156 см и изготовлен из стекловолокна и карбона. У него слегка вогнутое основание, которое должно обеспечивать уверенный контроль доски. Сноуборд оснащен электроприводом мощностью 3000 Вт. Breville Infiz Fusion – это универсальная машина для карбонизации напитков, которая позволяет газировать не только воду, но и соки, чай, коктейли, вино и многое другое. Она предлагает уникальную функцию по сравнению с другими производителями содовых напитков. Infiz Fusion стоит дороже некоторых конкурентов, но считается стоящей инвестицией благодаря своей универсальности и стильному дизайну. Настольная светодиодная лампа Dyasha 5508BK – это новая настольная лампа со стильным решением для вашего рабочего пространства. Aquascooter SaBlue White Shark Aqua – это легкая и компактная модель, разработанная прежде всего для пляжного отдыха и снорклинга. Управляется устройство с помощью двух клавиш, расположенных под указательными пальцами. Двигатели запускаются при одновременном нажатии на две клавиши. Поворот осуществляется наклоном тела и рук. Предусмотрено крепление для камеры GoPro, позволяя вести запись видео от первого лица. Видеомонтаж – это прежде всего сочетание клавиш. В этом смысле настольная консоль может помочь, программируя любимые задачи и макросы, чтобы функцию можно было повторить одним нажатием кнопки. Вот тут-то и пригодится DaptKey с полностью программируемым набором кнопок, переключателей и циферблатов, который даст даже самому опытному монтажеру преимущество при редактировании. Artifon Orba 2 – портативное устройство, которое объединяет в себе функции мини-синтезатора, лупера и MIDI-контроллера, обладая внушительными возможностями для музыкантов и творческих людей. Оно представляет собой сферическую форму, легко помещающуюся в ладони. Портативный синтезатор оборудован 8 чувствительными тачпадами, которые позволяют воплощать музыкальные идеи с легкостью.
Автономная газонокосилка Segway Navi Mow чрезвычайно проста в использовании. Оснащенный интеллектуальной навигационной системой, он способен самостоятельно передвигаться по саду и косить газон без вашего вмешательства. Просто запрограммируйте желаемые настройки кошения, а газонокосилка сделает все остальное. Больше не нужно толкать и тянуть тяжелую громоздкую газонокосилку. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться свободным временем, пока за вашим садом ухаживают самостоятельно. Носимый музыкальный инструмент Music Fingers, который позволяет создавать музыку с помощью ударов пальцев. Пользователи могут создавать звуки разных инструментов на любой поверхности. Устройство подключается к смартфону через Bluetooth. В мобильном приложении Music Fingers можно выбрать инструмент и жанр и начать играть. Прибор для визуализации вен AccuVein AV400 отображает карту сосудистой сети на поверхности кожи в цифровом режиме и в реальном времени, позволяя медицинскому персоналу проверять проходимость вен. AV400 использует инфракрасный свет для обнаружения подкожных вен, после чего проецирует положение этих вен на поверхность кожи прямо над венами. Стартап Sego Innovations предложил миру портативную солнечную панель, способную уменьшаться в площади до 8 раз, чтобы ее можно было легко носить с собой. При этом ее мощности достаточно, чтобы заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Переносная станция собирается в 1,5-килограммовый квадрат размером 19 сантиметров, толщиной чуть более 2,5 сантиметров, который простым движением рук раскладывается в тонкую шестиугольную панель. По оценкам производителя, смартфон можно зарядить за 1-2 часа, планшет – за 3-4 часа. Этот биомеханический спинной доспех состоит из светящихся позвонков. В него встроен модуль, реагирующий на сердцебиение, поэтому свет пульсирует в такт вашему сердцебиению в реальном времени. Канадский стартап создал очки для борьбы с прокрастинацией. Умные очки Specs, как утверждают разработчики, помогают повысить продуктивность, отслеживая вашу деятельность. Они подадут сигнал, когда вы впадаете в прокрастинацию, и покажут, сколько минут или часов были потрачены впустую. Японские инженеры продолжают облегчать жизнь людей, переносящих тяжелые грузы. Новый экзоскелет под названием Coma 1.5 облегчает все эти задачи. Представляя собой экзоскелет для нижней части тела, он может трансформироваться в своего рода тележку. Diablo – сверхманевренный и стильный двухколесный робот, который может похвастаться высокой мощностью, плавным действием, энергосбережением и высокой эффективностью. Его уникальная функция трансформации позволяет сочетать маневренность робота на ногах с прочностью и скоростью колесного робота. Робототехнический стартап HyperShell представил две новые модели экзоскелета – GoX и ProX с искусственным интеллектом для экстремального туризма. По словам разработчиков, эти устройства пригодятся всем, кто ценит активный отдых, походы и путешествия за пределами собственных физических возможностей. Благодаря новейшим технологиям и максимальной мощности 800 Вт, устройство может компенсировать пользователю до 30 кг веса. Turtle – это автономный робот-триммер, который патрулирует сад и подрезает сорняки по мере их появления. Turtle удаляет растения по принципу «сорняки короткие, растения высокие». Когда высокое растение касается скрытой сенсорной панели на боковых поверхностях робота-садовника, он разворачивается и проезжает мимо. Корейский художник создал Bluetooth-колонку с ферромагнитной жидкостью для визуализации мелодии. По центру устройства находится освещенный светодиодами стеклянный контейнер с жидкостью. В выключенном состоянии с материалом ничего не происходит, но если кнопку включить, ферро-жидкость будет изменять форму, разделяться на части и соединяться в такт мелодии. FlyTrex Sky разработал квадрокоптер, которым можно управлять через 3G, используя смартфон с Android или iOS. Дальность полета до 11 километров, переносимый вес до 1 килограмма 800 грамм.
Коптер готов к полету прямо из коробки. FlightTrack Sky основан на технологии совместного пилотирования. Отправитель и получатель могут контролировать коптер. Пока что FlightTrack Sky не может обнаруживать препятствия на своем пути. Но вскоре эта функция будет добавлена, и коптер можно будет использовать в городе. Хотите универсальный прибор, а место в рюкзаке или сумке ограничено? Бывает, попадаете в ситуации, когда срочно нужен инструмент, а под рукой ничего нет? Визитка Multitool – решение ваших проблем. Визитка для выживания никогда не будет лишним предметом в вашем арсенале. Ведь никогда не знаешь, в какие обстоятельства попадешь и какие устройства потребуются. Полнолицевая маска для дайвинга Ocean Reef Neptune Space G Divers – это новое, стильное и высокотехнологичное оборудование в линейке полнолицевых масок компании Ocean Reef. Эта линия снаряжения для дайвинга создана специально для любительского дайвинга, подводного обучения, улучшения безопасности и коммуникации во время погружения. Жестовый контроллер Pearl позволяет управлять жестами на всех ваших устройствах, как на работе, так и на отдыхе. Если вам необходим эффективный лазерный навигатор для вечерних велопрогулок, то этот гаджет для вас. Норвежский инженер по имени Каре Халворсен, также известный под псевдонимом Зента, недавно спроектировал небольшого робота, который способен ползти по любой неровной поверхности. Благодаря уникальной конструкции, вдохновленной пауками, MX Phoenix может опираться на 6 ног, используя в работе 18 различных двигателей. Обеспечьте безопасность домашнего любимца с инновационными дверцами PuffPort. Эта умная кошка для животных идеально интегрируется в новые или уже существующие дверные рамы и открывается с помощью легкого нашейного брелока. Очиститель воздуха Rabbit Air A3 делает все, чтобы вы могли спокойно отдыхать. Оснащенный 6-ступенчатой фильтрацией и дезодорацией, он включает в себя фильтр BioGS HEPA, который борется с самыми мелкими и грязными частицами благодаря использованию передового запатентованного волокнистого материала. Фильтр с активированным углем уменьшает содержание летучих органических соединений и запахов, а опция пользовательского фильтра позволяет адаптировать систему к вашим конкретным экологическим потребностям. Самые необычные кроссовки последнего времени. Бренды NZXT и RTFKT показали кроссовки, которые похожи на мини-ПК с подсветкой и имитацией GeForce RTX 3080 с крутящимся кулером на подошве. Бумажник Ogon Mini Safe сделан из анодированного алюминия и поликарбоната. Это первый карманный сейф с металлическим кодовым замком на 1000 возможных комбинаций. Его можно закрывать и без кодировки. Благодаря эргономичному дизайну и множеству отделений, содержимое бумажника хорошо просматривается. Такой бумажник является стильным модным аксессуаром с качественной защитой его содержимого. KD Interactive Aura Drone – это беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для самой юной и любознательной аудитории. В отличие от взрослых моделей, предназначенных для аэросъемки или наблюдений с воздуха, с Aura интересно играть, делать умопомрачительные трюки в воздухе и даже устраивать веселые соревнования вместе с друзьями. Концепция устройства задумывалась как дружественная ребенку, поэтому взаимодействовать с дроном прежде всего безопасно и очень интересно. Управление прибором осуществляется в супергеройском стиле с помощью специального контроллера – перчатки Gesture Robotics. Подводный дрон Geneino Titan позволяет проводить исследования морского дна и объектов в режиме реальной передачи данных на планшет управления, а также проводить фото- и видеосъемку. Таким образом, модель отлично подойдет для любительской съемки, при этом может быть использована для проведения несложных коммерческих задач.
Такой девайс точно пригодится любому путешественнику. Status Hybrid Adapter надежно защитит нужный периметр, а при опасности может и запустить сигнальную ракету. Робот-уборщик S-Tetro может самостоятельно подниматься по лестнице благодаря своим способностям менять форму. Amber Wave – это персональный термостат, который, как утверждается, может заставить вас чувствовать себя теплее или прохладнее, в зависимости от того, чего вы хотите в данный момент. Он работает с вашим телом и разумом, чтобы естественным образом изменять воспринимаемую вами температуру за считанные минуты. Он охлаждает или согревает чувствительную к температуре кожу на вашем запястье, вызывая реакцию вашего тела и мозга. Прикормочный кораблик Stenson Q7 предназначен для доставки прикормки практически в любое место водоема. Управление лодкой осуществляется при помощи пульта дистанционного управления по радиоканалу. Корпус выполнен в классическом для лодок стиле. Материал – прочный пластик, который не боится столкновений с объектами на поверхности воды. Проводить инспекцию дронами – это не технология будущего, а необходимость для современного цифрового мира. Дрон Flyability Helios 3 объединил преимущества предыдущих моделей с технологией LiDAR и стал мощным инструментом для сбора данных. Flyability Helios 3 подходит для использования в сложных промышленных условиях. Благодаря сферическому защитному корсету и уникальным реверсивным двигателям, Helios 3 – единственный дрон на рынке, который может восстановиться после переворачивания вверх дном без сбоев. Moab – робот-балансировщик, использующий компьютерное зрение и различные методы управления для балансировки объектов. Замок с дисковым тормозом Solid Disc подходит для велосипедов и мотоциклов. Может запоминать до 16 отпечатков пальцев. И лок устойчив к погодным условиям и воде. Он также долговечен, устойчив к разрывам и ржавчине, так как изготовлен из цинкового сплава. Китайская компания Kluwen показала свой новый продукт Kluwen Scorpion IWSK – игровую станцию в форме гигантского моторизованного скорпиона. Устройство предназначено в первую очередь для киберспортсменов, но оно имеет огромное количество настроек для комфортной работы и даже для сна. Представьте себе платформу с тонким слоем песка, по которой изящно скользит металлический шар, создавая удивительные и запоминающиеся узоры. Погружаясь в это захватывающее зрелище, человек просто наслаждается наблюдением, позволяя себе расслабиться и погрузиться в технологическое волшебство. Oasis Mini – это не просто гаджет, а настоящий технологический дзен, который приносит умиротворение и радость в повседневную жизнь. Технологический флагман. Компания Bosch представила гоночную версию своего популярного центрального электромотора для велосипедов. Мотор Performance Line CX Race выпущен лимитированной серией специально для гонок в дисциплине EMTB. Hollow O-Sitter – умный робот-няня для котов с камерой и автоматической кормушкой, которая развлекает и кормит домашних питомцев. Он оснащен вращающейся головой и 2К-камерой с режимом ночного видения. Умный алгоритм способен распознавать кота на расстоянии до 3 метров и фокусироваться на нем. Камера отправляет видео на смартфон хозяина, а также позволяет в любое время позвонить коту. Правда, он услышит только ваш голос. Экран робота может передавать лишь так называемые эмоции, но не изображение. Новинка, от которой будут в восторге все девушки – автоматическая машинка для плетения косичек. Chair Topper – это буквально автоматизированный лифт для инвалидных колясок, который использует крышу автомобиля для хранения инвалидной коляски и освобождает место в машине для багажа и пассажиров.
Secret-браслет – это устройство, которое представляет собой браслет, в который встроены специальные датчики и проектор, транслирующий экран вашего смартфона на руку. Телефон может находиться в другом месте, а браслет поможет оставаться всегда на связи. Он спроектирован таким образом, что все функции экрана сохраняются. Можно брать трубку телефона, листать ленту новостей и играть. Устройство водонепроницаемо. Создателем является французская компания Secret. Ученые из технологического университета Сиднея разработали и готовы продавать через компанию Agent Systems крошечные персональные эмуляторы отказоустойчивых 30-кубитовых квантовых компьютеров Quoka. Новинка демократизирует квантовые вычисления, создавая основу для появления широкого круга специалистов среди нового поколения ученых, инженеров, программистов, преподавателей и любителей. Японская компания Panasonic создала робота для мытья головы. Изделие в первую очередь предназначено для оказания помощи медработникам в госпиталях и домах престарелых. Мытье занимает 3 минуты, а на сушку тратится еще 5. Прикосновение механических элементов практически не отличается по ощущениям от касаний настоящих пальцев. Любителям покопаться в огороде такой гаджет точно придется по душе. Если у вас есть мотоцикл, то вам точно необходим видеорегистратор. Гарнитура Filo M3 станет для вас незаменимым помощником. Стильная и красивая вечная спичка послужит отличным подарком и с легкостью поможет развести костер. Кремень служит достаточно долго, а горючее можно подливать. Если вы с нетерпением ждали появления летающего скейтборда из фильма «Назад в будущее», вам, возможно, будет интересно узнать, что он уже давно создан. Единственная проблема с Kendo Hoverboard является в том, что вы можете использовать его только на проводящем медном скейт-треке, создающем магнитное поле. Пожалуй, каждому пригодился бы в хозяйстве такой робот-захватчик. Даже сложно представить, сколько усилий он мог бы сэкономить. Всем любителям бильярда точно пришелся бы по душе этот помощник. Сапоги-скороходы Bionic Boots, позволяющие человеку развить скорость до 40 км в час, создал американский инженер Кихи Сеймур. Причем эта новинка во всех смыслах слова вполне доступна для рядовых граждан. А что самое примечательное, владелец этих сапог-скороходов сможет также быстро двигаться не только по асфальтированной дороге, но и по пересеченной местности. Главное условие для бега – это твердая, несыпучая поверхность дороги. Ищете способ расслабиться и отвлечься от проблем? Любите наблюдать за звездным небом? Хотите увлечь детей изучением космоса? Тогда вам нужен домашний проектор «Планетарий». Любителям шахмат явно пришлась бы по душе эта продвинутая доска. И выглядит стильно, и места много не занимает. Электрический скутер или электровелосипед – это уже не актуально. Теперь в моде будет электрообувь. На Kickstarter собрали средства на создание самой быстрой обуви в мире, роликов, которые позволяют без усилий увеличить вашу скорость ходьбы до 10 км в час. Немецкие инженеры показали двуногого, балансирующего на колесах робота, который может на ходу хватать груз пары скрытых конечностей. По конструкции EvoBot напоминает перевернутый маятник, сохраняющий равновесие даже двигаясь по склонам, благодаря системе из датчиков и камер. Элегантный биометрический замок-ручка, который можно установить практически на любую межкомнатную или входную дверь. Корпус замка выполнен в виде стандартной дверной ручки. И благодаря удобному считывателю отпечатка пальца сверху корпуса, процесс открытия замка происходит быстро и без привлечения лишнего внимания. И
Интересно, в чем фишка этого гаджета? Защитить лицо и шею от солнца или иметь возможность снимать на 360 градусов? При помощи такого девайса можно легко услышать, что происходит за стеной или дверью. И вправду, прям какая-то шпионская штучка. Инженеры из Калифорнийского технологического института представили свою очередную разработку. Робота-трансформера Morphobot, способного передвигаться разными способами. Робот Multimodal Mobility Morphobot M4 оснащен набором моторов, электроники и микрокомпьютером Jetson Nano, который решает, какую именно форму должен принять механизм в определенных условиях. Представляем вашему вниманию оригинальный и креативный подарок для сторонников современных и креативных вещей. Это довольно интересное и необычное устройство, совмещающее в себе небольшой USB-вентилятор и часы. На лопасти вентилятора установлены светодиоды, которые при вращении создают циферблат часов посредством стробоскопического эффекта. С таким девайсом уборка снега зимой не займет много сил и времени. Вашей кошке точно не придется скучать, если приобрести для нее такую интерактивную игрушку. Компания Dyson представила особый экзоскелет, который ориентирован на длительные и сложные походы. Он позволяет перемещаться по маршрутам любой сложности, снижая при этом нагрузку на суставы и уменьшая усталость пользователя. Jordi Light Ultimate Kit создан для искателей приключений и гарантирует, что вы будете готовы к любому походу. Будь то восхождение по горным маршрутам, разбивка лагеря на ночь или ночной поход. Держатель для телефона и зажигалка 2 в одном. Спешите приобрести. Представьте, насколько стильно вы бы выглядели в такой обуви и с таким футуристическим экраном на вашем смартфоне. Tabs Flex TRK – отличные универсальные снегоступы для любого, от начинающего до опытного туриста. Композитная дека Flex TRK имеет длину 61 см и оснащена технологией Flex Tail для поглощения ударов и более естественному перекату пятки на носок во время ходьбы. Это, пожалуй, самый простой увлажнитель воздуха из всех, что вам приходилось видеть. С таким уникальным чехлом вы можете быть уверены, что ваш телефон никогда не разобьется. Этот элегантный гаджет объединяет в себе функции смартфона, часов и наушников. С его помощью можно звонить, использовать GPS, просматривать интернет. С помощью интеллектуальных датчиков, распознающих человеческое тело и его движение в режиме реального времени, система накладывает одежду, отображаемую в высококачественном 3D. Пользователь также может сфотографироваться с выбранной одеждой и загрузить снимок в социальные сети.